проводил совещание глава города Андрей Шубин. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Аварий и отключений за прошлую неделю не было. О предстоящих мероприятиях доложила исполняющая обязанность председателя комитета по культуре Елена Ленева. 16 ноября 2017 года в 15 часов в Центральной библиотеке состоится встреча населения с начальником отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата администрации Смоленской области Жизновым Денисом Юрьевичем и главой администрации муниципального образования в городе Ясногорск Смоленской области Андреем Николаевичем Шубиным. Приглашаю всех желающих посетить мероприятие. И по выездным мероприятиям у нас также 16 числа в Смоленск направляются воспитанники, сборная команда воспитанников детско-юношеской спортивной школы на фестиваль самбо. И в рамках этого мероприятия также в Смоленске состоится обучающий семинар для тренеров-преподавателей. И 17 числа в Смоленске обучающиеся детской музыкальной школы примут участие в первом всероссийском фестивале-конкурсе детского исполнительного искусства «Ступени мастерства». Школы нашего города готовятся к Всероссийской Олимпиаде. Учащиеся второй школы – это Корикникова Анастасия и Пилина Карина под руководством Петрова Елены Александровны. И учащиеся средней школы номер один Сидельникова Татьяна стали победителями фестиваля «Атом-ТВ», который проходил в городе Заречный в рамках проекта «Школа Росатома». Начался муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И готовимся к апробации устной части ОГЭ по русскому языку, которая пройдет 20 ноября и примут в ней участие учащиеся средней школы номер один, девятиклассники. В медсанчасти привились от гриппа 3061 человек. Вирусные заболевания на прошлой неделе регистрировались в обычном режиме.